7 июня, примерно в 8 часов вечера, на улице Фирсова на строительной территории, где возводится высотный многоэтажный дом, произошел обвал грунта. Огромный пласт земли провалился в строительный котлован. Два сотрудника ДПС стояли, да, обмотали сигнальные ленты. Конкретно что произошло, непонятно было. Было видно, что зеленый забор просто провалился внутрь туда. По словам местных жителей, застройщик пренебрег элементарными мерами безопасности. Котлован вырыт без соблюдения соответствующих инструкций и норм при строительстве многоэтажной высотки. Возводит новый многоэтажный дом, соответственно, вырыт котлован, соответственно, в этот котлован попадает вода. Наверное, не обеспечен должный отвод был ливневых источных вод. На место происшествия в течение нескольких минут приехали сотрудники ДПС, правоохранительных органов, представители городской администрации для того, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры. Все работники администрации, кто отношение имеет к данным мероприятиям, приехали. Это техническая инспекция, управление благоустройства. Ситуацию оценили, да, быстро начали принимать меры, ну, огородить площадку, чтобы, не дай бог, никто из людей не пострадал. Да. Далее приехали представители области, замгубернатора был, стройинспекция приехала. Заместитель главы администрации города сообщил, что к застройщику будут применены максимально жесткие меры воздействия в рамках закона. Все, что в наших силах, да, мы сделаем, оштрафуем застройщика, да, потому что так укрепление, значит, недостаточного качества было. Во время обрушения грунта никто из местных жителей и работников строительной площадки не пострадал. В настоящее время осуществляется перенос забора на безопасное расстояние и разрабатываются мероприятия по предотвращению дальнейшего обрушения котлована. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».